купили вот такой вот еще зефир ананасовый. Но это у нас остались, мы сюда положили безешки вчера вечером делали, а это вот зефир. Мы покупали в Ашане, такой еще покупали, были когда, забыл этот район, в общем, мы покупали в магазине. Тоже вот такой зефир с ананасами. Он мне так понравился. И благодатный. Да. И когда я вчера в Ашане увидела этот зефир, я, конечно же, взяла. Мы еще взяли упаковку этой же фирмы Ассорти. Вот. Петербургский кондитер. Это с ананасами. Здесь прям кусочки ананаса. Он такой вкусный, плотненький такой зефир, как я люблю. Вот. А это безешки домашние. Мы будем завтракать. Милана уже покушала. Милана захотела кашку покушать. И сейчас болтает с подругой, просит пойти погулять, сейчас будем делать с ней уроки. И я сказала, если сделаешь уроки, значит, пойдем гулять. В любом случае, наверное, я думаю, там уроков у нас немного задали. Она все успеет сделать, и уже потом пойдем погуляем. Я сейчас хочу зайти в Фикс Прайс. Уже не в первый раз покупаем вот такие вот пасты ореховые. И тут есть разные новинки. Смотрите, это соленая карамель пряная с корицей. Нужно будет на завтрак сделать вафельки венские, и вот как раз соленая карамель будет в тему. А вот такую вот карамель соленую мы покупали, она очень вкусная. Здесь с тростниковым сахаром, сливки и морская соль. Очень вкусно. И вот эта вот ореховая паста с фундуком тоже не первый раз заказываем, очень вкусно. Вот это вообще Дастиш Фантастиш, обожаю финиковую пасту без добавок. А вот такая вот новинка, тоже впервые заказали кокосовая паста без добавок. И вот такую ореховую пасту с кокосом мы уже заказывали. Мне нравится. Другие у нас не заценили, но мне нравится. В общем, нужно будет сделать вафельки на завтрак. И вот с карамелью это будет вообще вкусняшка. Невероятная просто вкусняшка. Так, ну... В принципе, сейчас перекусим и идем гулять с Миланкой. Но у нас на улице холодно, нужно будет одеться потеплее. Мила, не беги. Я бегу. Вышли с Миланкой на прогулку. Миланка идет к подружке гулять. Угу. Взяла там сюрпризики, подарки, да? Угу. Косметика, лол. Что там вы еще взяли? Ну, короче, какие-то наборчики. Ластики, чупики. Чупики, ластики, да. Утеплились, что-то такая погода. Нет, это непонятно. Оцените, мочь холод от 1 до 10 сокетов. От 1 до 10 оцените. Сокетов. В общем, идем погуляем. Дождя нет, но такая какая-то погодка. Морозь. Нет, дождь есть. Но мы долго не будем гулять. Да. Часик погуляем нормально. Мне еще потом в магазин надо яйца зайти купить. И домой. Хотела снять собачку. Собачка. Собачка, она ушла все от вас. Пойдемте. Она уже ушла, отвернулась от вас. У нас тут вот такие вот вкусняшки. Это пиде. Очень вкусно. Тесто такое прям мягенькое. Я даже съела, несмотря на то, что сейчас 9 вечера. Вот такой вот кусочек, мне кажется, даже больше. Я сейчас съела, пока монтировала видео, смотрели передачу, с Миланой собирали рюкзак. В общем, я умудрилась вот эту вкусняшку на ночь глядя съесть. Так, а еще у нас здесь вот такая вот невероятная просто красота. Смотрите. На самом деле, самим делать это вообще... Ну, это настолько вот незатратно. Два белка, немного сахара, все взбивается. Самое, что здесь трудно, это долго в духовке. Готовится часа, наверное, 2-2,5. Посмотрите, какие-то красивые домашние безешки. Ну, конечно, чтобы вот так вот получилось, нужна специальная, ну, типа мешочка такого специального кондитерского. Насадка, да. А вот, и получается такая вот красота. Я хотела вот эти безешки положить, ну, в такую вот стеклянную, у нас есть такая баночка стеклянная, но сейчас я посмотрю, может, кстати, маленькая есть. Большая баночка занята. Сейчас посмотрю, может быть, маленькая, так вот, знаете, красиво выложить. Будет очень-очень здоровско. Сейчас я гляну. Лика сказала, это на завтрак. Я сейчас Милане буду варить кашу. Утром некогда этим заниматься, это нужно прям заранее-заранее вставать, еще с расчетом таким, чтобы, еще с таким расчетом, чтобы каша успела остыть,
А вот, поэтому легче всего сварить с вечера кашу. Как раз она за ночь, естественно, остынет. И потом микроволновки мы разогреваем, и все. И кашка готова, быстро кушаем и в школу. Но нам, вот Милане, удобнее кушать кашу. Она как-то утром на завтрак не любит, вот когда именно в школу идет, потому что это рано она встает, и вот не любит всякие бутерброды, ну что-то такое есть. А вот на кашу на завтрак раз-два, и все. И вот Лика, кстати, тоже когда в школу ходила, ну еще в начальных классах, она кушала каши такие. Вот она молочные не очень любила, чтобы я варила, ну такие вот каши прям домашние. Она кушала, вот как я себе кашу завариваю, только я водой заливаю кипятком, а у Лики мы заливали молоком горячим. Вот, и она такие каши ела. Так, ладно, буду варить. Да, вот варить. Ладно, я хотела вам свечи показать. Может, покажу сейчас. А еще хочу вам показать наши картины. Вот такая вот невероятно красивая картина. Это алмазная. Ну, с тразиками такая. 40 на 40 сантиметров. Смотрите, какие красивые попугайчики. Они очень красиво переливаются. Вообще просто невероятная красота. Уже жду не дождусь, когда Лика сделает. Мы с Ликой, когда смотрим какие-то передачи, мелодраму там, или вот 4 свадьбы смотрим вечером. Вот где-то часик-полтора у Лики есть на то, чтобы она делала вот это вот картину. Два попугайчика уже сделала, осталось еще 3. Я так думаю, что мы ее на кухню повесим. И пришла еще одна картина по номерам, но это, по-моему, если не ошибаюсь, именно раскрашивать. А это для кухни картина. Она на подрамнике. Да, это раскрашивать. Картина. В общем, здесь что-то кофе, если не ошибаюсь. Кружка кофе, я не вижу. Что тут есть-то? Там вот краски. Это что такое? Календарик. Хотела вам показать, не могу найти. Ладно, вот там вот. А, утренние круассаны. Вот видите, написано утренние круассаны. В общем, картина будет классная. Это надо будет раскрашивать по номерам. Но для начала надо попугайчиков закончить. Уж очень они красивые. Я уже хочу скорее их повесить. На кухню, я думала, сюда. Но мне кажется, на кухне у нас там белые стены. И будет прям вообще круто смотреться. Как считаете? Куда можно таких попугайчиков разместить? Вот здесь? В гостиной или на кухне. Хочу здесь навести порядок, но уже не сегодня, а завтра. Перебрать косметику, потому что есть косметика, которая уже, в принципе, можно сказать, закончилась. Нужно, в общем, здесь навести порядочек. Еще хочу вам показать вот этот крем. Я сейчас буду смывать макияж и хочу показать корейский крем. Он очень классный, с алоэ вера. Хорошо увлажняет кожу. Очень классный, не оставляет никакого жирного блеска. При этом он очень хорошо увлажняет кожу и сохраняет вот именно в течение всего дня вот эту увлажненность на коже. Он очень-очень классный. Это, в принципе, как дневной, так и ночной крем, но я в основном пользуюсь именно днем. Ночной крем у меня вот этот, это корейский тоже крем, у меня он уже заканчивается. Совсем чуть-чуть тут осталось, уже заканчивается. Но у меня есть другие кремы, я заказала, поэтому... Когда вот этот крем закончится, буду какой-нибудь новенький открывать. На этом наш влог подходит к концу. Всем до завтра. Всем пока-пока.